Книга «История исламской духовности Павлодарской области» была представлена в Центральной мечети имени Машхуржусупа. Автор работы – писатель, журналист Амантай Тойшибайулы. В произведении представлена история появления и развития ислама в Прииртышье. Это масштабная работа писателя Амантая Тойшибайулы по истории ислама. Ранее он написал несколько таких трудов. В своей работе «История исламской духовности Павлодарской области» он рассказал о развитии ислама в нашем регионе. Книга состоит из трех глав. В нем рассказывается об исламе, царский период, советский и в годы независимости Казахстана. Каждая тема в книге переплетена с документальными фактами. Я работал над этой книгой около 10 лет. В течение этого времени мы собирали, сортировали и собирали много информации о наших предках, которые открывали мечеть. Все это отражено в книге. У нас есть краткие биографии около 20 человек из эпохи царизма, около 80 человек во время советского периода. Имамы Аксакалы поддержали и поблагодарили Амантая Тойшибайулы за его большую работу. Мысли в этой новой книге глубокие и содержательные, необходимые для повышения религиозной грамотности молодежи. Эксперты говорят, что это ценная работа по истории ислама. Амантай Тойшибайулы рассказывает о распространении ислама в нашей области. Он постарался охватить все детали, будь то список мечетей, список святых, список тех, кто был расстрелян в 1930-х годах и много других фактов. Тираж книги 500 экземпляров. Амантай Тойшибайулы поблагодарил всех тех, кто внес свой вклад в публикацию этого произведения. Автор уверен, что его работы найдут своих читателей. Мурат Билмажит, Бахтнур Бесинбайгызы, Досымбек Токай, Ертес Акпарат.